Всем пламенный hello. Сегодня не солнечный, не жаркий Флориды. Вчера я вам обещал заснять автомобиль с пробегом. Я вам поснимал Toyota новые цены. И тут у нас мультибренд. То есть различные марки, в том числе, кстати, Toyota. И давайте я быстренько пройдусь. Постараюсь ухватить за короткий ролик максимальное число автомобилей. Где будут цены, сразу буду показывать. Вроде как на многих у нас есть цены. Так, ну вот кто-то просил коммерческие траки, или бокс-траки так называемые, кто в Америку приезжает для и занимается бизнесом с перевозками. Ну, бокс-трак, соответственно, сам за себя говорит, тут и мувинг, да, компании какие-то небольшие, и перевозочные компании какие-то грузы возят. Значит, у нас вот 23-й Ram, 31 3,6, High Roof, это высокая, с высокой крышей, и 43 454. Таха. Chevrolet Tahoe, 21 год, RST-версия, 21 тысяч пробег, 5,3, бензин и 60-770 у нас. Белый, без хрома версия. 1500 RM, сейчас пройду оттуда, попробую пройти, посмотреть. Видно, что машина была похожа. Ну, это не знаю, нет, это, наверное, не для работы такое ставили. В общем, мы закрепили они такие вот барсы, не знаю, бары. Пороги. Бывает, что каяки так возят, да, тоже, не знаю, для чего здесь закрепили. В общем, 21 год, 60 тысяч, 5,7, естественно, Bighorn версия и 32 тысячи. Крышка стоит. Нет, вряд ли для работы, потому что крышку бы не ставили. Видимо, что-то для спорта возили. А, полноприводная версия Chevrolet Colorado. Популярный тоже автомобиль в запросах. Бывает 23-й год. Кыргызстан часто запрашивает. Вам салам алейкум, Кыргызстан. 23-й год. Полный привод LT версия. 2,7 двигатель. 4000 всего пробег. Цена 43 тысячи. Ну, цена сродни... Сродни Toyota Tacoma. Ну, в принципе, они одноклассники, естественно, примерно одинаковые. Эти автомобили можно покупать без налога на экспорт. Это у нас Z71 подвеска, вот такие сразу, видите, у нас колеса стоят. Диски очень интересные, тоже Colorado. Такой вот салончик. 23-й год, 7500. Пробег, простите, и 7500, 2,7 двигатель и 46 тысяч цена. Там и розетки, и откидушка с верхней части, да, я так понимаю. А нет, это у нас внутри сторож просто там. Видите, у нас тут есть даже линеечка. Все, в общем, как надо. Армада. Ну, ждем новую Армаду. Этот вы знаете. Он же Nissan Patrol еще. У него название европейская, американская Армада. 46 тысяч, 5,6. SV версия Nissan Армада. Ценники на них 38-136. Очень классная цена за это авто. Поскольку они, в принципе, на вторичке хорошо стоят. Так, это у нас с вами Chevrolet Trailblazer. 23-й год, 16 тысяч, 1.3. RS-ка 29600. Вишневый такой симпатичный цвет. Полный привод, кстати, RS. Идем дальше. Jeep Gladiator Mahav версия. Military style такой. Шикарные колеса стоят. Всесезонные. Пороги. 18 тысяч пробег. 3,6 двигателя. Они, кстати, дизельные бывают. 48-156. С крышкой. Очень симпатичная тоже версия. Так. Ну, давайте быстренько, раз уж я взялся. 22-й год, Escape SE, 26 тысяч, пробег 1,5, цена 25 900. Очень чистенькая, ухоженная машина. Hyundai Hybrid SEL Premium, 22-й год, 15 тысяч, пробег 1,6, цена 33 тысячи долларов практически. Я так понимаю, максимальная комплектация. Ох, успеть бы, друзья мои, тут немножко спешу. Мне там дальше надо ехать. Давайте с Lexus'ом еще перейду и Toyota. Там еще Honda и Volkswagen. В общем, не хочется пропускать, конечно. Ах, ладно, давайте Lexus'у быстренько покажу. Ну и вот для Узбекистана специально покажу Malibu с черными шильдиками.
24-й год, Malibu RS версия, 1900, пробег миль, все в милях, умножаем на 1,4 примерно. 1,5 литра, 20, ну практически 29 тысяч. Камри. И S350, и S полный привод 250. Так, давайте смотрим. 21 год, S350 F-Sport, версия 20 тысяч, пробег 3,5 и 40,983. Вот эта вот машина будет хороша для растаможки. То есть, во-первых, она полный привод, во-вторых, это ES250. Соответственно, смотрим. 21 год, 10 тысяч всего пробег, 2,5 и 38,300. Шикарнейший прайс с черным салоном. Очень классный прайс за очень классный автомобиль. Это у нас уже теперь не выпускается SEL версия Volkswagen Passat. А, Jetta, простите, это Jetta. Что-то я, у Jetta еще выпускается пока что. 21 год, 22 тысячи, SEL Premium 1.4 и 24,633. Для внутреннего рынка, кому понадобятся машины, тоже можно будет сделать и кредитование. Если у вас есть сошел, но нет еще истории, да, можно делать, обращайтесь, будем делать. В аренду, имейте в виду, что кто смотрит видео и кому нужна аренда автомобилей от Майами до Тампы, пожалуйста, обращайтесь, тоже можно будет устроить. 23-й год, гибрид спорт, 24 700, пробег 2 литра и цена 33 700. Очень классное авто, черный, с черным тканевым салоном, ну, версия спорт, она идет на ткани. Ох, какой диски. Огонь. 18-й год. Edge Sport. 24 200, 2,7. Цена 26 700. Volkswagen. Это у нас в R-версии. Или R-обвесе. Volkswagen Atlas. Семиместный. Это еще старый добрый V6, 3,5 литра SE. И Airline 3,6, видите, 37 тысяч миль и 32 900 у него стоимость. Очень хороший прайс. Очень хорошая машина, огромная для семьи, для Америки. Купить себе такую, это значит получить много места за очень небольшие деньги. Если она еще гарантийная, то отлично вообще. Так, Subaru Crosstrek Limited, 16 тысяч, 2,5, 31 500. Chevrolet Trailblazer LT, 22 год, 37 400, 22 500. Такая вот версия. Очень неплохой, кстати, прайс. 22 год. Tahoe черный. Сейчас посмотрим, что это у нас. 21 год, Tahoe RST, 76 тысяч пробег, 3 литра. Ну, это, скорее всего, дизель у нас, да. И 53 500 цена. Так, Corolla с пробегом. XSE, 45 тысяч пробег, 2 литра, 28 500. Ну, короче, 28. XSE Camry. В черной крыше, панорама. Черный салон. Certified, кстати, машина. Давайте посмотрим. 20-й год, 22 тысячи пробег, 2,5 и цена 32 600. Так, здесь у нас с вами, давайте я прям выборку сделаю по RAV4, посмотрим, что тут у нас. Хоть один бы полноприводный стоял, показать вам. Вон и стоит полноприводная версия, и вон там еще версия гибрид, вот туда давайте пройдем, я вам покажу. Здесь тоже полный привод. Вот их по голубым шильдикам гибриды можно определить, они всегда полноприводные. Вот, пожалуйста, смотрите, гибрид. Это плагин гибрид при этом версия. А вот это чисто гибридная версия. Сейчас посмотрим на оба прайса. Значит, плагин гибрид у нас с вами 21 год. 5200 пробег всего.
2,5 и 41 951 цена. И простая гибридная версия, мне кажется, более популярной и более приемлемой, чтобы не бегать с розетками. 21 год, 28 тысяч пробег, 2,5, цена 39 700. Все, завершились мы с вами с этими машинами. Сейчас пойду вон там вот еще покажу вам. В конце стоит одна Sequoia. По-моему, там что-то Forerunner, что-то такое еще. Сейчас дойду. А, и еще Highlander покажу. Так, по Highlander. Это у нас гибрид. Не вижу у него бумажки прайса. Со светлым салоном. Но, к сожалению, нету у нас с диваном, нету прайса. Но пишите, кому надо будет. Можно будет посмотреть на сайте, в конце концов. Так, это классический бензиновый. 21 год, 46 тысяч пробег. L и начальная версия 3,5, естественно, 34 тысячи. Кстати, обратили внимание, что нету ни Grand Highlander здесь почему-то, ни Highlander, не знаю, почему не представлены они. Черный. Версия XLE, 21 год, не знаю, что такое нулевой пробег. Может, двигатель меняли, может, просто ошиблись пробегом. 34 тысячи долларов. Когда двигатель под замену попал, они бывают, все пишут 0 пробег. Такое бывает. Это у нас две бензиновые версии. Ну, давайте вот черный вот этот посмотрим на светлом салоне. Это Certified. 21 год, 33 тысячи пробег. 3,5 и 36 500 цена на него. Ну и завершаем. Forerunner. TRD Offroad версия. Они всегда 4 литра, тут нечего даже там особо рассказывать. Offroad Premium, 15 тысяч пробег, 4 литра и 50 800. Эти машины можно покупать на экспорт с порогами вот этими. Так, версия SR5, 36 700. Стоимость 64 тысячи пробег и 4 литра, конечно же. Limited Tacoma. 21 год, 53 тысячи пробег, 3,5, 2 ВД она, 41 800. Кстати, ценник ничего-то что-то не низкий. Такая вот Sequoia с черной крышей, это пленкой покрыли. Это версия Platinum. 23 год, 23 тысячи пробег, 3,4 гибрид. 74 600 у нее цена. Не знаю, зачем ее сделали пленкой здесь, но сделали. Сделали и сделали. Да, это пленка. Потому что их таких я не видел, а красить ее нет никакого смысла. Вот так, друзья мои, вот такие вот вам автомобили с пробегом. Поэтому пишите, кому нужно будет что-то здесь, кредит, либо купить и отправить в вашу страну. Обращайтесь, будем делать вам отправку автомобилей без головных болей. Пока-пока, спасибо, что были на канале, увидимся. Так, был обег. Вот, XM. Значит, у него по этому 23-й год. Черный, с черным. Бауэр Уилкинс стоит. И сейчас посмотрю, чистый пробег у него 9000, по-моему. Это местная машина. Знаю собственника. Здесь салон продается. Доводчики. Ну, черный с черным, в принципе. Весь черный. Это не черный карбон, это чисто. Это сапфир. Он весь черный, как смоль. Шикарное авто. Сейчас по цене мы поговорим еще.